Father, we ask you to guide and lead us. Отец, мы просим, чтобы ты вел нас, направлял нас. We need your wisdom, your understanding. Чтобы мы We ask that our hearts would be open to receive the things of your kingdom. Помоги нам принимать те вещи, которые ты даешь от своего царства, чтобы твое имя было прославлено. And that we would be equipped to do what you want us to do. Чтобы мы были оснащены для того, чтобы совершать то, что ты хочешь. Father, we need your Holy Spirit. Отец, мы нуждаемся в Духе Твоем Святом. Therefore, we just say, "Come, Holy Spirit." Поэтому мы говорим: приди, Дух Святой. Fill our hearts and minds. Наполни наши сердца и разум. In the name of Yeshua. Во имя Иешуа. Amen. 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 Okay, if I remember correctly, we finished a part of discernment yesterday, and we are going now to look at why is there a lack of discernment. Если правильно помню, мы закончили вчера один раздел о развлечении. И сейчас поговорим о том, почему есть нехватка духовного развлечения, какие причины. We're thinking specifically of in the church. Мы говорим о развлечении в церкви. Why is it? И говорим о том, почему так происходит. Of course, we can always apply it to our own lives. Конечно, мы всегда можем это применять к своей собственной жизни. So let's take a look. The first one is weak doctrine. Первая причина – это слабая доктрина. One of the main causes is the church's weakening of doctrinal clarity and conviction. То есть одна из причин заключается в том, что в церкви ослабевает доктринальное учение и убеждение. Because we have weakened the scriptures. Потому что мы ослабили важность Писаний. And we've tried to accommodate everybody. И мы пытаемся угодить всем. Then we have taken away some things which are very important. Мы изъяли некоторые вещи, которые очень важны. As I've said before, many have only a shallow knowledge of God's word. Многие из этого многие люди имеют неглубокое познание Слова Божьего. Mostly because the church has given this over to others who are not equipped or they're ill-equipped to teach or to do. И так случилось в частности потому, что церковь доверила учение людям, которые не оснащены или даже не стремятся к тому, чтобы быть оснащены в познании Божьего Слова. Sorry, I went. Okay, here we go. Dr. J. Adams, a well-known Christian man. Доктор Джей Адамс, известный верующий. He's very well known for his books on Christian counseling. Профессор, он известен благодаря своим книгам по консультированию. But he says today the problem is in many places we have people who are self-styled experts. Но он сказал, что одна из причин в сегодняшнее время заключается в том, что многие люди, многие верующие, они самостоятельные эксперты в своей жизни. They may know lots of things about psychology, sociology. Многие многое знают о психологии, социологии. Very well educated, they have PhDs. Могут иметь хорошее образование, какие-то степени. But they have a Sunday school mentality. Но мышление у них тянет на шабатную школу. You understand what I mean by that? Понимаете, что я имею в виду? Yeah. They have a very poor knowledge of what Scripture really says. У них очень слабое понимание того, что говорит Писание. And they are relying on worldly wisdom and understanding. И они полагаются на мирское понимание и мудрость. To combat the difficulties within congregations. Когда сталкиваются с проблемами внутри общины. We've become so enamored in a way, or so looking up to psychology. Мы стали безоружны, мы стали сильно полагаться на психологию, социологию. That we have forgotten what Scripture says about how we should live. И забыли о том, что Писание говорит. О том, как мы должны жить. And how we should deal with issues and problems. И как мы должны решать проблемы и вопросы. And in many cases, we have then also missed the fact that Satan and his demons. Мы часто также упускаем тот факт, что сатана и его бесы are involved in many
problems, sicknesses and other issues. Стоят за многими проблемами, болезнями и другими вопросами. We have tried to explain things away Мы пытаемся объяснить какие-то вещи, which the world would also do. Чем и занимается мир. Instead of being very clear, вместо того, чтобы очень ясно, and very much relying on scripture, и твердо полагаться на Писание. These people very often set themselves up as spokesmen for God. Такие люди часто говорят от имени Бога. Their teaching and use of the Bible, when it is used, often bears little resemblance to what the scriptures, properly interpreted, really say. Их использование Писаний в той или иной ситуации очень слабо, на самом деле, связано с изначальным контекстом текстов Писания. I advise you to listen to some of these people and see how often they refer to Scripture. И я бы советовал вам, если вы будете слушать таких людей, посмотреть, как часто они ссылаются на Писание. What is their basis of argumentation? Каково их основание для аргументации? Is it from out a scriptural standpoint? Действительно ли они аргументируют то или иное, ту или иную вещь со стороны Писания? Or is it some book that they have read or something else that they have somewhere learned? Или на основании какой-то книги или еще чего-то, что они прочитали или увидели? What is the basis? Каково их основание? This is what we should be looking at. Вот на что мы должны смотреть. True discernment of what is going on, потому что настоящее развлечение того, что происходит внутри общины, or inside a person, или внутри человека, you will only get through having spiritual discernment, может произойти только благодаря духовному развлечению, guided and led by the Holy Spirit, которое направлено Духом Святым, with a listening ear to what God has to say. Когда мы имеем открытые уши на то, чтобы слышать, что Бог говорит. As we talked about earlier, Scripture needs also to be properly interpreted. Как мы также говорили раньше, Писание должно быть. This takes time. Толковаться правильно. Energy. На это нужно время, энергия. It's not something that comes quickly. Это не то, что получается легко и быстро. What is the outcome of all of this? Каков результат этого? One obvious result is the modern tendency to use theological language very loosely. Один из результатов заключается в том, что сегодня есть тенденция использовать теологический язык в свободной манере. We are no longer crystal clear in our teaching. Мы уже не становимся кристально чистыми в нашем учении. Not only are biblical terms used imprecisely, кроме того, библейские термины используются неточно. Therefore, spreading confusion, что вводит людей в замешательство throughout the church. В церкви. Do we really understand, действительно ли мы понимаем, what the scripture teaches, чему учит Писание, on prophecy, касательно пророчеств, on evangelism, касательно евангелизации, on the different gifts of the Holy Spirit? Касательно разных даров Духа Святого. Do we really understand what Scripture means when it talks about the gift of a word of knowledge? Действительно ли мы понимаем, что говорит Писание о слове знания? Or a word of wisdom? О слове мудрости. Or do we have some vague idea of what it might mean? Или у нас довольно размытая идея о том, что это все значит? Have we taken the time to really understand what Scripture teaches on all of these issues? Уделяли ли мы время тому, чтобы познать, чему Писание учит в этих вопросах? Now, this is perhaps one of the less harmful things that are happening. Наверное, это самое безобидное, что происходит. But the next thing that we look at, но следующее, there is erroneous teaching. Это лжеучение или teaching, ошибочное учение, which is completely and utterly far away from what Scripture teaches. Учение, которое далеки от того, о чем учит Писание. And yet it is presented to us. Тем не менее, эти учения представляют нам
that makes us think в такой форме, что мы считаем, that this is what the Bible says. Что это то, что говорит Писание. And we have become so lazy, и мы стали такими ленивыми, that we no longer take the time to look at Scripture, что мы больше не смотрим Писание, and therefore test what is being given to us. И не исследуем то, что было, что нам дается или предлагается. And this kind of teaching has become tolerated. И когда мы относимся толерантно к таким учениям, in many areas of the church. And this is one of the things that really upsets me. В разных сферах церкви это то, что действительно меня расстраивает. I try as hard as I can. Я пытаюсь насколько могу. To present things in a way which is truly scriptural. Представлять вещи в таком свете, в котором они соответствуют Писанию. Realizing that I am not perfect. Осознавая, что я не идеален. I do not have all knowledge. Что у меня нет всего знания. But I try. Но я пытаюсь. To present it as I believe God has helped me to understand. Представлять это так, как Господь мне помогает понять. But there are many today. Но сегодня есть многие. Who do not take that trouble. Которые не беспокоятся об этом. And this all happens because. Все это происходит. So few people have the discernment necessary to identify and refute error. Потому что немногие люди имеют развлечение, необходимое для определения и опровержения ошибок. As I said, discernment, I believe discernment in this time that we are in is one of the most important things that you could ever try to gain. Как я уже говорил, развлечение — это, наверное, одна из самых важных вещей, которые сегодня мы стремимся получить или должны стремиться получить. So many areas. Потому что оно помогает во многих сферах вашей повседневной жизни, but especially in your spiritual life. Но также особенно в духовной жизни. Do you want to grow and mature into a powerful man or woman of God? Вы хотите вырасти и созреть в образе крепких и сильных мужей и жен Божьих? Do you? Хотите? If you do, если это так, then discernment is one of the things that you will need most of all. Тогда развлечение — это одна из тех вещей, которые вам нужны больше всего. It's nice to have other stuff. Хорошо иметь другие вещи. Some of the other stuff is much more exciting. Потому что другие вещи иногда более захватывающие. And we like exciting. И мы любим, когда нас захватывает дух. Sort of makes us feel as if something is happening. Потому что нам тогда кажется, что что-то происходит. But I have learned that God sometimes works the most powerfully in a quiet way. Что Бог часто действует сильно в тихом, как бы в тихом состоянии. It's not about the bubbles, the light, the smoke. Смысл не в том, чтобы были там мыльные пузыри или дым или еще что-то. It's about a deep relationship. Вопрос в глубоких отношениях with the Father. С отцом. And to be able to use that discernment. И чтобы мы могли использовать это развлечение. Not only identify. Чтобы не только определять. But also to refute. Но также чтобы и противостоять или опровергать ошибки. To argue against it. To show that it is чтобы not true. Доказывать противоположное, показывать, что не так. And therefore, to bring the light into the darkness. А значит, чтобы проливать свет на тьму. Sometimes, if people do sense that something is wrong, иногда, когда люди ощущают, что что-то не так, their powers of discernment are too weak to put their finger precisely on the point where the error lies. Их сила различать настолько слаба, что они не могут указать пальцем в то место, где на самом деле происходит ошибка. And this is what you really need. What discernment is all about. Вот что вам нужно. Вот в чем суть различения. Is to be able to precisely identify. Суть различения в том, чтобы точно определить. What is wrong. Что не так. Whether there is truth. Есть ли тут истина. Or lie. Или ложь. Whether there is something that is not according to Scripture
это соответствует Писанию или нет. And to do it precisely. И нужно это мы нуждаемся в том, чтобы это было точно, а не размыто. But to be able to say, there it is. Мы должны быть способны сказать, вот здесь and this неправильно. Is the problem. Это проблема. Sometimes people are able to point out the error. Иногда люди способны указать на ошибку. And then very often they are denounced as heresy hunters. И очень часто они становятся жертвами тех, кто гонится за ересью или еретиками. They say something like you're splitting hairs. Они такие люди говорят, что те, кто имеет развлечения, они занимаются поиском ненужных вещей. You are looking for something that is not there. Говорят, что да вы ищете то, чего там на самом деле нет, просто копаете. Because they cannot see it. Потому что сами эти люди they не видят discern it. И не различают. And this is a real problem. И это проблема. A couple of months ago, несколько месяцев назад, somebody, a couple walked into our congregational meeting. Одна пара пришла к нам на служение. And I have a habit of greeting new people who come. У меня есть привычка приветствовать новых людей, которые приходят. When I went to greet this couple, I took the man's hand. И когда я подошел к ним, чтобы поприветствовать их, я him, взял мужчину за руку, и в тот момент, когда я прикоснулся к нему, me, я почувствовал, как Господь сказал, вот пришла беда. Nice очень милая пара. Well очень образованная. Несколько детей. And yet the Lord said to me, here is trouble. Но Господь сказал мне, пришла беда. And then I was away for a while. Потом меня не было какое-то время вообще. When I came back, когда я вернулся, I discovered that they had been given membership in the church. Я обнаружил, что эта пара уже стала членами церкви. And I must say, I was quite shocked. И я был немного шокирован этим. And the next meeting, leadership meeting that we had, на следующем лидерском собрании, которое было, I told them the way I felt, я поделился тем, что я чувствовал. And the reactions were, but they're such a nice couple. Но реакция была такая, да такая же милая What's пара. Что с ними не так уже? And you know, here I could not say exactly, because I didn't know them. I hadn't talked with them. Но здесь, понимаете, я не мог точно сказать, потому что я их не знал, я с ними не общался. But I said, keep your eyes and ears open. Но я сказал, держите глаза и уши открытыми. Because something is going to go wrong. Потому что что-то пойдет не так. And about 2 weeks afterwards, спустя две недели, the trouble started. Начались проблемы. They tried to take over leadership positions. Они пытались занять лидерские позиции. They began promoting themselves as a prophet or someone who could really see into the spiritual world. Они начали говорить о себе как о пророках, которые могут видеть духовный мир. They began to tell all sorts of stories. Начали рассказывать различные истории. And unfortunately for them, I have a habit of checking stories. И для них, к сожалению, для них я люблю истории проверять. So I checked with the church from where they come from. Я поинтересовался у церкви, из которой они пришли. People who they talked about. У людей, о которых они говорили. And I discovered it was all lies. И я обнаружил, что все это была ложь. But now we're faced with a very difficult problem. Но мы столкнулись с большой проблемой. They have membership of the church. Они уже были членами общины. And it's not so easy just to put someone on the door these days. Поэтому и сегодня не так легко кого-то выставить за двери. So, we have now discussed and we put very strong disciplinary measures into place.
Мы с лидерами обсудили и применили очень такие суровые дисциплинарные меры. Yeah, they are no longer allowed to take any form of leadership. Они, им запрещено пока находиться в лидерстве. They're not allowed to interrupt the congregational meetings. Им не позволено прерывать собрания. And they have to check everything first of all with one of the leaders before they do anything. И прежде чем они будут что-то делать в церкви, они должны сначала советоваться с лидером. This is church discipline. Это церковная дисциплина. A word which is not so often heard. Слово, которое не часто услышишь. But something which is very necessary. Но то, что очень важно. And we'll be talking a little bit about that also later on. И мы поговорим еще об этом позже. But this is what I mean. Но это то, о чем я говорю. God has given that ability to be able to discern even when you don't know. Господь дает способность различать даже когда мы не знаем точно. And as you grow, you become more sensitive to these issues. Когда мы растем, мы становимся более чувствительными к таким вещам. But as I said, it's not always easy because not everybody can see it. Но как я уже говорил, это не всегда легко, потому что не все могут увидеть. And I think you're being very hard and harsh. И люди, которым, с которыми вы можете делиться своим развлечением, подумают, могут подумать, что вы жесткие и суровые. But through experience I have learned that you cannot be soft. Но в, на своем опыте я научился, что в таких вопросах нельзя быть мягким. I don't like being the bad wolf. Я не люблю быть злым волком. But sometimes it's necessary. Но иногда это важно. Okay, the diluting of biblical doctrine has conditioned today's church to desire only what will make it feel comfortable and satisfied. Разбавление библейских доктрин в современной церкви привело к тому, что она желает только того, что ей комфортно и удовлетворяет ее потребности. Very often today people are not ready to hear the truth. Сегодня люди не готовы слышать истину. The truth as scripture sees it. И истина, Писание, она как бы угасает ее значение. The people have become conditioned that everything has to be very nice, very loving, very comfortable. Люди привыкли к тому, что все должно быть комфортно, удобно, приятно. I would refer you to the first century church. How comfortable was it? Я хочу вот вернуть вас к размышлению о первоапостольской церкви, насколько там было комфортно. Precise thinking and definition. Точное мышление и определение and dogma have been reduced to almost nothing. И догмы, они сведены практически на нет сегодня. The whole emphasis has been placed upon religion or belief as a power which can do things for us and which can make us feel happy. Сегодня отношение к религии или к вере заключается в том, что это инструменты, которые сделают нас счастливыми. Some time ago, and I would play it for you, but the sound on this machine is not very loud. Я бы вам включил песню. There was a song. Звук плохой. Есть была одна песня. And I think some of you will know what it is. Возможно, кто-то знает ее. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Very good. This is the song of the church today. Песня церкви современной. Иногда прославление. Don't worry, be happy. It's okay. Everything is fine. Не переживай, будь счастлив, все будет круто. Don't make a big fuss. Не постись сильно долго. Полчаса только. Unfortunately. Unfortunately. К сожалению. We are not seeing the real problems. Мы не видим настоящие проблемы. The emotional and feeling side of our faith. Также
эмоциональная или сторона чувств нашей веры, has been overemphasized, она, на ней слишком большой акцент делается at сегодня. The expense of the intellectual. At the expense of the intellectual. Иногда угашаются интеллектуальные вещи или наоборот. Okay, we're not using the ability that God has given us. Мы не используем способности, которые Господь дает нам. To understand Scripture and to interpret it correctly. Чтобы понимать Писание, толковать их правильно и использовать. Far too often people have thought of the Christian religion or the religion in or the belief in Yeshua HaMashiach merely as something which gives a constant series of miraculous deliverances from all kinds of ills. Long sentence. Far too often. Очень часто. People have thought. Люди начали размышлять. Of the. Let me use the word Christian religion. I don't. Что христианская религия. Merely as something which gives a constant series of miraculous deliverances. Является лишь тем, что дает постоянное чудесное освобождение. From all kinds of ills. Или исцеление от всех болезней. The impression has often been given that we have but to ask God for whatever we may need. И впечатление создалось такое, что мы должны просить. And we will be satisfied. По любой нашей прихоти и мы получим удовлетворение. There's been this idea, I put my money in the automat and I get my chocolate bar. Это сродни такой идее, что я подхожу к автомату, кладу туда деньги и получаю шоколадку. They only want the chocolate. Все хотят только шоколадки. We're not ready for something else. Мы не готовы к чему-то другому. We come with our list of prayer lists. Мы приходим к нашими молитвенными списками. And we're asking. И просим. But we don't take time to ask God, what do you want? Но мы не уделяем время для того, чтобы спросить Бога, что Он хочет. What is it that we can do? Что мы не спрашиваем, что ему чего ему хочется. We have been so intent upon ourselves and our moods and feelings. Слишком большой акцент сделан на эмоции и религиозные чувства. That when we are confronted by an external problem. Поэтому когда мы сталкиваемся с какой-то внешней проблемой. That affects us profoundly. Она очень глубоко влияет или потрясает нас. We do not know how to think or where to begin. И мы не знаем, что думать и с чего начать. We always want to have this happy feeling. Потому что всегда хотим иметь счастливое чувство. But the Bible talks about perseverance. Но Писание говорит о настойчивости. The only way you will learn perseverance is going through difficulties. Стойкости мы научимся только тогда, когда будем проходить сложности. Because if everything is so easy, потому что если все будет слишком легко, you will just go along. Вы бы просто проходили мимо. But when it gets difficult, но когда становится сложно, then you begin to change your mind. Вы начинаете менять свой разум. And you think, is this really something I want? И вы начинаете думать, действительно ли это то, чего я хочу. I thought I was going to be this happy person. Я думал, что я буду, вот произойдет это, я буду always счастлив. Enjoying. Всегда наслаждаясь всем, что мне хочется. Scripture tells us all those who believe in him will at some point be persecuted. Но Писание говорит, что все верующие в него будут в той или иной степени гонимы. That persecution can take different forms. И эти гонения могут принять разные формы. But somewhere along the line, you are going to face difficulties. Но в какие-то моменты мы будем сталкиваться с трудностями. And if we haven't learned how to do that, если мы не научимся преодолевать их, then life becomes very difficult. Тогда жизнь для нас становится сложной. Because experience and emotion have been elevated above divine revelation. Так как эмоции и наши чувства были становятся
превыше божественного откровения. Many who call themselves believers have no кто называется верующими, biblical basis for doing so. Не имеют библейских оснований. Next slide. What's that? It's the previous topic. Okay. Sorry. Yes. No. Back? The previous one. Yeah, this one. I mean the bottom. Yeah, okay. Because experience and emotion have been elevated above divine revelation. Опыт и эмоции превознеслись над Божьим откровением. Many who call themselves believers. Поэтому многие, кто называют себя верующими, do not have a biblical basis for doing so. Не имеют библейского основания. In other words, другими словами, they have no basis for why they are believers. У них нет оснований, чтобы они могли понять или объявить, почему они верят в Ишуа. Let me give you a little example. It's a little bit difficult to follow. Приведу пример. Может быть, он сложный покажется. But let's see if we can get it, okay? Посмотрим или можем понять его. During an interview on a so-called Christian radio station, во время интервью на так называемом христианском радио, the program host asked a very strong believer. Ведущий спросил одного очень сильного верующего. How does a person become a believer? Как человек становится верующим? The reply of the guest ответ гостя был следующим. Was he must realize that he is a sinner and that he cannot save himself. Он человек должен осознать, что он грешник и не может спасти себя. Repent of his sin. Должен покаяться в своем грехе. Cast himself on the mercy of God. И верить себя в милости Божьей. He must believe that Yeshua HaMashiach. Он должен верить, что Иешуа Мессия, Божий Сын, whose death paid the price for his sins, чья смерть заплатила за его грехи, and whose resurrection proves his justification. И чье воскресение доказывает наше оправдание. That's a strong declaration of a basis of faith. Это сильное утверждение наших основ веры. But listen what happens next. Но послушайте, что произошло дальше. Okay. The host then asked, потом ведущий спросил, you don't believe that everyone who is a believer must believe that, do you? Но вы же не верите, что все верующие должны так верить. The guest replied, а гость yes. ответил, нет, я считаю так. And then the host said this, и потом ведущий сказал, I certainly didn't deal with any of my sins when I became a believer. Я точно не разбирался со своими грехами, когда стал верующим. And the guest asked him, "What do you base your salvation then on?" Тогда гость спросил ведущего, а на чем же тогда основано ваше спасение? The host replied. И ведущий ответил. I was into drugs and alcohol. Я принимал наркотики и злоупотреблял алкоголем. Living with my boyfriend. И жил со своим бойфрендом. Into science of it's the science of mind, but it's basically what do they call it now? Oh, New Age thinking. А и мы были сторонниками New Age. And one day, и однажды, I just got Jesus's phone number. Я нашел телефон Иисуса. And I knew where he was. И я знал, где он был. What was the basis for his faith? И какая же его? He called himself a believer. Какое же основание его веры? Он называл себя верующим. And yet he had no idea what it meant. Но он вообще не понимал, что такое верить. And there are many like him. И есть множество таких людей, как он. Because we have not been strong enough. Потому что мы не были достаточно сильными. In our declaration of the word. В нашем провозглашении слова.
Obviously not everyone who talks about Yeshua. Очевидно, что не каждый, кто говорит о Иешуа, knows him in the way that they should. Так, как должен. And we need to discern. We need to be careful. Мы должны быть внимательными, мы должны быть осторожными и уметь различать. Some say that doctrine divides. Кто-то говорит, что доктрина, она разделяется. That's true. Это правда. If you set aside biblical truth, если отложить библейскую истину, and remain silent for fear of offending people, I put children, sorry, и молчать из-за страха обидеть людей, opposition will disappear. Тогда не будет никакой оппозиции и не будет никакого противления. If you don't proclaim biblical truth, everybody will be your friend. Если вы не будете провозглашать библейские истины, they will have no trouble with you. Все будут вашими друзьями, у вас не будет проблем. Because you're just like them. Потому что вы будете такие же, как они. Other things will also disappear. Like truth, holiness, and even God himself. Также происходит и с другими вещами, они исчезают в общине. Такие вещи, как истина, святость. Если мы не будем провозглашать Слово Божье четко, then truth will disappear. Тогда истина, она исчезнет. Holiness святость will become not needed. Станет ненужной. And eventually even God himself и даже сам will Господь disappear. Станет ненужным, он исчезнет. In Jude, okay, it's coming. In Jude, chapter 1, verses 3 to 4. Иуды, 3-4 стих. Dear friends, I was busy at work writing to you about the salvation we share, when I found it necessary to write, urging you to keep contending earnestly for the faith which was once and for all passed on to God's people. For certain individuals, the ones written about long ago as being meant for condemnation, have wormed their way in, ungodly people who pervert God's grace into a license for debauchery and disown our only Master and Lord, Yeshua, the Messiah. Дорогие мои друзья, я уже начал писать вам об общем для нас спасении, но счел необходимым побудить вас ревностно бороться за веру, однажды и навеки переданную Божьему народу. Ибо прокрались некоторые люди, те, о которых издавна было написано, что они предназначены для осуждения, нечестивые люди, искажающие Божью благодать, превращая ее в повод для распутства и отрекающиеся от нашего единственного хозяина и Господа Мессии Иешуа. We see that in the time that Jude wrote this letter, this was already happening. Когда Иуда написал это письмо, все это if уже происходило. Then, если это происходило тогда, is it happening today? Представьте, как, насколько больше происходит сегодня. They were not very far from when Yeshua had been walking this earth. Это было не вскоре после того, как Иешуа ходил по земле, когда они видели это великое свидетельство. Я уверен, что они проповедовали чистое и сильное Евангелие. And we saw from the Acts of the Apostles when things, when people did things that were against Scripture. И мы видим в книге Деяний, как люди совершали разные вещи против Писания. Например, Анания и Сапфира. Они умерли. That should have sent a shiver down the whole church. Это навело страх на всю церковь. Но мы видим, что немного прошло. И люди уже стали пользоваться церковью. Ради своей выгоды. Ради того, чего они хотели. Diluting doctrine. Угашая доктрины. Only ends up making it so much easier for those who want to sneak in and victimize the church. Что становилось легкой добычей для тех, кто пытался
сделать церковь жертвой. To do so. If we do not guard, если мы не храним, who will? То кто будет хранить нас? If we are not ready, если мы не готовы to do this, делать это, we will end up very poor indeed. В итоге мы окажемся очень бедными. Another thing that is affecting us in the church today is relativistic thinking. Еще один момент, который влияет на церковь сегодня, на нас всех, это постоянно меняющееся мышление. Okay, let me try and explain what I mean. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Remember, I said that you can ask questions. Не забывайте, что вы можете задавать вопросы. Something is not clear, we will have a little time to do that. У нас будет время для вопросов. Much of today's church has a continuum mindset. Большая часть современной церкви имеет меняющееся мышление. A continuum being that which has no discernible division into parts. То есть это мышление, которое даже если если оно имеет какие-то части в себе, то они не четкие. Rather than seeing things as black and white, as right or wrong, вместо того, чтобы смотреть на вещи как на белое, черное, истинное или ложное, правду или неправду, this kind of thinking такое мышление prefers to see things in infinite shades of gray. Предпочитает смотреть на вещи как на оттенки серого. Everything is the same. Все одинаковое, все становится одинаковым. There's no pure truth. Нет чистой истины. There's no pure right and wrong. Нет чистого правильного и неправильного. True and false. Нет чисто лжи и чисто правды. Have you ever heard this statement? You say something to someone about Yeshua being the only way to get to God. У вас было такое, что когда вы говорили к определенным людям, что Иешуа является единственным путем к Отцу? And somebody will say to you, вам отвечали. It's good for you that you think like that. But I don't. Очень хорошо, что ты так думаешь, но я думаю по-другому. I think there are many ways. Я считаю, что есть разные пути. That's continuum thinking. Это меняющееся мышление. It's gray. Это серый оттенок. There are many ways to get there. Есть разные пути прийти к Отцу. You don't have to be so strict. Не должен быть таким строгим или таким прямолинейным. Unfortunately, Scripture is. Но, к сожалению, Писание весьма прямолинейно. Иешуа сказал, есть путь, истина и жизнь. I am the door. Я есть дверь. There's only one door. Есть только одна дверь. But if we preach that sort of thing, но если мы проповедуем об этом, if we say that living together before marriage если мы is not good, что жить до брака друг с другом it's это нехорошо, это против Божьего Слова. Oh, you are too old-fashioned. На это отвечает, да ты уже старомодный. We're living in a modern age. Мы живем в современное время. Those things don't apply anymore. Это уже не работает сегодня. Have you ever heard that? Слышали такое? Uh-huh. Yeah. I think you must have. Я думаю, что слышали. Continuum thinking. Меняющееся мышление. There is no real reality of truth. Нет настоящей реальности истины. C.S. Lewis. Who has read anything by C.S. Lewis? Кто-то читал Клайва Льюиса когда-то? Yeah? What have you read? Что вы читали? Mere Christianity? Mere Christianity or Chronicles of Narnia. Or Narnia is beautiful. About the letters to Screwtape letters. Yeah. That's exactly the one I'm talking about right да, now. Да, вот я как раз сейчас хочу поговорить о письмах Голмута. Okay. That book Mere Christianity by C.S. Lewis is one of the best books on faith
и книга просто христианства — это одна из лучших книг о вере, о которых я знаю и которые могу рекомендовать. Это старая книга. It was written long before all of this modern day thinking. Давно была написана еще до этого современного мышления. Very clear, very precise. И она очень точная и четкая. I grew up with C.S. Lewis. Я вырос на этих книгах. I read almost all of his books. Почти все книги его прочел. He's even written some science fiction, if you didn't know. Он даже писал научную фантастику, если не знаете. It's amazing. He tells the creation story as a spaceman. But он, например, рассказывает там историю творения как от имени космонавта. But in his book Screwtape Letters. Но вот в произведении Письма Баламута. A senior demon was instructing an apprentice. Там важный демон, он наставляет своего подопечного. In how to keep a human victim's mind off the plain direct opposite between true and false. Наставляет его в том, как удерживать разум человека вдали от четкой истины. Satan uses that strategy very successfully. Сатана использует эту стратегию очень успешно. He will keep your mind occupied with other things. Он будет удерживать ваш разум, чтобы вы были обеспокоены другими вещами, чтобы не понимали, что есть истина. He will confuse you with many ideas. Он будет смущать вас разными идеями. And we need to understand that the only idea that we should be interested in. Но мы должны понимать, что единственная идея, в которой мы должны быть заинтересованы, это эта книга. Very often when I'm discussing with people. Очень часто, когда я обсуждаю с людьми, they will use this phrase, они применяют такую фразу. In my opinion, по моему мнению. And I say, I'm not interested in your opinion. Я говорю, я не заинтересован в твоем мнении. I'm interested in what is true. Я заинтересован.